Друзья, всем добрый день. Это магазин «Черноморец». Сейчас у нас ноябрь, 2020 год. Лед стоит уже 3 дня. Через пару дней можно выходить. Сейчас я вам, значит, покажу небольшой обзор магазина «Черноморец» в зимний период. Значит, что мы предлагаем нашим рыбакам? В частности, мы сдаем в аренду снасти рыболовные. А это жерлицы. Жерлица одна стоит в аренду 100 рублей. Также мы сдаем в аренду зимние удочки. Они идут уже с блеснами, с балансирами. Все на усмотрение нашего рыбака. Также в аренду сдается для удобства черпак. Когда лунка замерзает, рыбак чистит лунку. Есть в наличии в аренду, значит, поставушки. Они тоже стоят 100 рублей. Также есть мормышки. Все удочки, значит, поставушки, мормышки, жерлицы в цене по 100 рублей в аренде. Удочка 200 рублей одна в аренду. Черпак 50 в аренду. Багор 50 рублей в аренду. Также сдаем в аренду бур. Бур в диаметре 150. Для форели вполне достаточно. Значит, стоит он в аренде 200 рублей. Все, чтобы ловить форель, у нас есть в магазине. То есть все снасти для аренды. Также есть насадки. Это кукуруза, паста, кальмар, креветка, селедка, силикон. Есть груза, кивки, поплавочки зимние, лески, гармошки. Уже в продажу карабины. Это расходники, расходный материал, он есть у нас в наличии в продажу. Лак. Тут мы видим, значит, ножницы, точилы для крючка, зевник. Как бы все самое первое необходимое, все есть в наличии, друзья, как бы вам не зациклиться, не ездить по городу, не искать. Также продаются здесь зимние удочки. Это кому в продажу надо будет. Кто не хочет заморачиваться, еще раз повторяю, есть аренда. Арендовали, половили, сдали назад, поехали домой. Как бы только с рыбой, ничего машине не мешает, никакие рыболовные снасти. Для кого-то так удобно. Мы стараемся подстроиться под всех. У кого есть свои снасти, можно приезжать со своими. У кого нет, можете приезжать без снастей, брать в аренду. То есть все для вас, друзья. Приезжаем, но сначала надо будет записываться. У нас рыбалка по записи, поэтому записываемся. Прежде чем записываться, ознакомьтесь с правилами. Все устраивает, значит, приезжайте. Ну, вот такой вот обзор. Думаю, все понятно. Будут вопросы, добавляйтесь к нам. Сообщество «Черноморец» Вайбер. Мы там всегда в прямом доступе, всегда на связи. На все вопросы вам ответим. Но зима только начинается, поэтому всем успехов, всем пока.